Ярослав Пантелеич, ну, только что закончилась контрольная игра с липецким «Металлургом». Какие ваши первые впечатления о прошедшем поединке? Ну, нужно отметить, что контрольную игру мы проводили на фоне, скажем так, больших нагрузок, да, и где-то нам не хватило, особенно ну, в завершающей стадии, свежести. Так, игра, особенно в первом тайме, проходила ну, полностью под нашу диктовку. Мы овладели и территориальным преимуществом, и игровым. Команда «Металлург» практически в 10 человек отошла назад. Все. И то, что не получилось у нас позиционные атаки, владея мячом, владея территорией, мы, скажем так, создали минимум моментов для взятия ворот, минимальное количество. Во втором тайме мы 7 человек заменили, те ребята, которые находились на просмотре. Качество игры немножко хуже стало, по качеству игры. Ну, это объяснимо, то, что большая группа на просмотре, естественно, что необходимо время для того, чтобы они сыгрались, наладили игровые связи. Павел Пантелеич, вот эта большая группа новичков, кто-то из них вам особо приглянулся, и какие-то первые выводы можно сделать о том, кто из них останется, кто не останется? Ну, из новичков, которые сегодня выходили и в первом составе, в первом тайме, и во втором, в квалификации, допустим, вратаря Котлярова у меня нет сомнений, в квалификации левого защитника Драникова нет сомнений, неплохое впечатление и по тренировкам, и в начале первого тайма проявлял Коробов с хорошим дриблингом, с хорошей скоростью, высока вероятность, что, ну не высока вероятность, он останется в команде. Остальные ребята пока, скажем так, есть еще время доказать свою профессиональную состоятельность и убедить нас, руководителей клуба, в том, что они достойны выступать за футбольный «Факел». Дальнейшие планы по подготовке команды к старту в первенстве каковы? Ну, с момента того, как я приступил к работе, прошло 13 дней. 13 дней мы работали без единого выходного. Завтра у команды восстановительное мероприятие. И после 5 дней двухразовых тренировок все, мы дадим возможность немножко передохнуть. И в недельном цикле уже будем готовиться непосредственно к старту 12 числа. В промежутке мы проведем две контрольные игры 5 числа с выбор Курбатова. И 8 числа, скорее всего, либо с нашим дублирующим составом, либо мы сыграем двухстороннюю игру, количественный состав позволяет нам это сделать. И уже будем моделировать игру и будет играть состав, который будет стартовать в первой официальной игре 13 июля.